Приветствую всех любителей игрушек из Kinder Surprise. Сегодня у нас новый обзор. В этот раз серия фиксики. Серия шла в Kinder Surprise. У нас в России она была. Вышла она в 2016 году. Попадалась в шоколадных яйцах. И, как несложно догадаться, да, по названию посвящена мультсериалу «Фиксики». Очень известный мультсериал. Уже на данный момент там больше 100. Уже близится к 200 сериям уже на данный момент вышло. И это такой детский познавательный сериал. Сейчас я пока игрушки сдвину, буду по одной их ставить. И, значит, это такой детский познавательный сериал, в котором каждая серия – это что-то какое-то новое дело, и в котором вот эти вот все фиксики, да, что-то чинят, что-то делают. Так, значит, вот начнем. Вот первое. Папус. Здесь просто, да, на каждом вкладыше написано, кто это. Вот это у нас папус. Значит, фиксики, они живут в каких-то технических приборах, вот по версии, да, вот этого всего сериала, то есть механизмах, они постоянно поддерживают их в исправном состоянии, если что-то не так чинят, и заодно объясняют, что и как должно быть устроено, что как должно получаться. Вот. Так, следующий персонаж, Шпуля. Так, давайте теперь Шпуля. Вот у нас такая Шпуля. Шестереночки такие. Сериал, конечно, все-таки больше детский, да, естественно, даже это однозначно, именно такой вот познавательный, но большую популярность достаточно имеет. Первая серия этого сериала вышла в декабре 2010 года. И вот до сих пор еще что-то где-то выпускается, да, вот сезон за сезоном, год за годом. Мася. Следующая у нас Мася. Вот она. Такая Мася. Так, это третья фигурка. Всего фигурок 8. Сейчас мы все их, да, увидим. Так, Верта. Это у нас Верта. У всех у них, да, вот шестереночки, как мы видим, вот последних всех. Как я уже говорил, да, то есть они все что-то ремонтируют, поддерживают там в исправном состоянии всевозможные приборы. Каждая серия отдельная, посвящена тому или иному прибору, который они там ремонтируют, или еще рассказывают о принципе действия, еще что-то. Так, следующая Симка. Уже вошедшая. Оборот, да, такое сокращение. Так, Симка. Так, вот у нас Симка. Такой персонаж. Достаточно неожиданно было, на самом деле, увидеть эту серию, да, когда она вышла. Почему-то вот казалось, сейчас немножечко раздвину пошире, чтобы лучше их видно было. Немножко неожиданно, да, что вот такое большое внимание стали уделять нашим российским сериалам. Хорошо, это приятно. Так, Игрик. Следующий у нас Игрик. Вот у нас Игрик. В таких очках. Стильный такой товарищ. Как у всех, да, сзади шестереночка такая, колесико. С юмором сделан сериал, и, в общем-то, довольно четко отражают героев, да, фигурки вышедшие. Fire. Седьмая фигурка – это Fire. Вот у нас Fire. Все в одном стиле сделаны, да, то есть все, у всех, да, вот сзади вот, какие-то шестереночки, механизм какой-то, да, все в одном стиле, кажется, сделаны эти фигурки. Последний нолик. Сейчас
последняя, восьмая фигурка этой серии. Такой нолик. Ну, тоже в том же стиле. Вот сзади сделан. Вот такая серия была у нас посвящена фиксикам. Вот сериалу «Фиксики». Неожиданно, но приятно, что, как я уже говорил, что Феррера, ну, в шоколадных яйцах Kinder Surprise, ну, стали выпускать серии по игрушек по нашим мультсериалам. Ну, на этом все. Надеюсь, вам нравится наше видео. Смотрите и дальше. Следите за новыми видео. Подписывайтесь, чтобы не пропускать, если нравится. Ну, всем пока!